Понедельник наступил для всех по-разному. Снегопады в Улан-Удэ сменились сильными морозами, и многим жителям пришлось нелегко с утра в ожидании общественного транспорта. А вот ученики младших классов ликуют. Утром отметка термометра показала минус 33 градуса, а занятия школьникам с 1 по 4 классы отменили. Напомним, что при минус 35 отдыхают с 1 по 5 классы, при 36 с 1 по 6 классы, а когда столбик термометра достигает 38 градусов и ниже, все школьники могут спокойно сидеть дома. По данным синоптиков, в ближайшие дни нас ждет сравнительное потепление. Завтра уже минус 22 градуса днем и минус 28 градусов ночью. Итак, на протяжении недели температура воздуха будет повышаться в ближайшие выходные до 9 градусов ниже нуля.